Друзья, покажу вам альтернативу альбому, фотоальбому. Многие уже, наверное, не помнят, что это такое, но я уверен, что в каждом доме есть фотоальбом. На каких-то семейных праздниках вы их достаете, начинаете листать, смотреть, вспоминать. Вот. А вот такой вот есть как бы вот фотоархив. Тоже можно рассматривать его как альбом, только плюс еще есть возможность ставить сюда две фотографии, и будет это такая еще фоторамка, то есть находиться где-нибудь на видном месте. Вот здесь будут самые яркие моменты или люди. Ну а можно достать вот такой вот импровизированный альбом, в котором 20 фотографий можно положить. Я вообще скажу формат этих фотографий на всякий случай. Вот 18 на 13, вот в принципе стандартный формат, можно сюда их вложить. Ну, конечно, поместится фотографии меньшего формата. Вот очень удобно, есть такая вот здесь вот поворотная платформа, то есть стоит эта конструкция, можно ее вращать, то есть поворачивать более привлекательные фотографии, ну или как-то, в общем-то, манипулировать. Есть еще вариант вот в таком вот цвете, то есть есть белый и такой вот темно-коричневый вариант. Вот, ну, в общем-то, и на подарок такая вещь будет неплоха, учитывая приближающиеся праздники. Спасибо.